Петропавловский руководитель отдела образования подала в суд на журналиста за комментарии в социальных сетях. Инцидент возник на почве бурного обсуждения вопроса о передаче 3 детских садов в доверительное управление предпринимателям. Мы рассказывали об этой нашумевшей истории в предыдущих выпусках. Нургуль Ахметова продолжает следить за развитием событий. История с передачей 3 относительно новых детских садов Петропавловска в доверительное управление предпринимателя вызвала широкий общественный резонанс. Уже месяц эту тему бурно обсуждают в социальных сетях. И вот один из комментариев стал причиной судебных разбирательств. В истории североказахстанских судов это первое разбирательство из-за комментария в социальной сети. С гражданским иском к служителям Фемиды обратилась руководитель городского отдела образования Сара Рамазанова. В качестве ответчика журналист районной газеты Фархат Тастамбеков. Он, как и десятки других жителей региона, участвовал в обсуждении горячей темы о передаче детских садов бизнесменам. За его комментарии под публикацией в Фейсбуке. То есть ей не понравилось, и она приняла на свой счет определенную фразу, сказанную этим гражданином, и обратилась в суд за признание данными сведений недостоверными, порочащими ее честь и достоинство. В суд на предварительное заседание сама Сара Рамазанова не пришла, а ее адвокат запретила журналистам и телеоператорам снимать себя на видео и даже записывать ее голос на диктофон. Записывать это на аудиофиксацию выступления ответчика и представителя ответчика. Понятно, да? Ответчик же ходатайствовал о предоставлении переводчика. Он заявил, что плохо понимает русский язык, поэтому первичное заседание на неделю решили отложить. И тот самый комментарий, который довел до суда, в стенах этого зала не прозвучал. Но сегодня же в прокуратуре пояснили, что провели анализ законности передачи детских садов в доверительное управление. И кое-какие выводы уже сделали. В адрес уполномоченного органа внесен акт надзора, который в настоящее время находится на рассмотрении. По мере рассмотрения внесенного акта нами будет назначено время и дата проведения брифинга. Тем временем в социальных сетях тема детских садов не утихает. Общественники требуют вернуть в госсобственность дошкольные учреждения, которые, по их мнению, в инвестициях не нуждаются. Нургуль Ахметова, Тулеген Иманов, Североказахстанская область, Хабар 24.